Добрый день, друзья мои! Сегодня я буду готовить курицу с грибами и сладким перцем. Вот для этого блюда нужно примерно килограмм курицы, разрезанной на куски. Примерно 200 грамм, а можно и 300 шампиньонов. И приблизительно килограмм сладкого перца, который надо нарезать на кусочки. Также нужно оливковое масло. Соль, перчик по вкусу и немного куркумы я добавлю. Курочку я буду обжаривать с розмарином свежим и чесночком. Ну, вы можете добавлять, повторяю, все специи и травы по вашему вкусу. Но здесь их много не нужно, потому что грибы и сладкий перец дают свой особенный вкус. Поэтому не перебарщивайте с разными специями. Итак, в сотейник я налила немного оливкового масла, бросила розмаринчик и чеснок, и теперь добавляю куски курицы. Итак, курицу сначала обжариваем со всех сторон до румяной корочки. Итак, я обжарила немножко курицу, теперь добавляю стаканчик воды. И все, накрыла крышкой. Пусть курица тушится минут 15 примерно. Я буду ее переворачивать время от времени. Соль, перчик и другие специи можно добавить уже сейчас. Итак, курица уже потушилась, и теперь я добавляю перчик. Сладкий перчик, нарезанный кусочками. И теперь я опять накрою крышкой и буду тушить все это еще минут 10 примерно. Итак, все потушилось хорошо. Теперь я добавляю грибочки. Грибочки в последнюю очередь, потому что им не надо много времени готовиться. Это не лесные грибы, это шампиньоны они. Их даже сырыми можно кушать. Ну, я буду, значит, готовить вместе с грибами. Еще минут 10 примерно, чтобы все потушилось, соединились все вкусы, и блюдо будет готово. В конце надо попробовать на соль, перчик, различные специи. Что не хватает, добавить. Вот и все. Вот так выглядит готовое блюдо. Оно потрясающе вкусное. Просто объедение. Курочка, грибы, перчик, все пропитывается вкусом и ароматом друг друга. И это просто прелесть. Я всем советую это блюдо. Оно получается очень сочное, много соуса здесь вкусного. И, в общем, прекрасно. Для семейного обеда или ужина чудесно. До свидания всем. Пока-пока. До новых встреч в новых видео.